годы Диана была моим координатором от агентства. Она гарантировала тайну. Я — совершенство исполнения. Мы доверяли друг другу. Этим августом, 10 числа, Диана поставила агентство на колени. Она уничтожила все данные, удалила все контакты, выдала всех агентов и исчезла. Оправившись от удара, агентство наконец-то выследило ее. Предложило мне контракт. Когда-нибудь я буду вспоминать это как очередное задание. В конце концов, это моя работа. А я приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы начинаем. Так, Hitman Absolute Zone. Так, продолжить, да продолжить, да продолжить, да продолжить, да продолжить. Диана часто говорит так, о нем. Контракты. Игроки часто придумывали друг для друга различные испытания. Понятненько. Так, минутку. Так. Ну, давайте. Тут не схалтуришь. Новая игра. Легко. Это слишком, да, для нас легко? Легко это прогулка, это... Не знаю, для тех, кто просто бах-бах-бах. Это. Вот мы на средней играем. Да, и реакция врагов есть обычная. Так, а тут у нас что, замедленная скорость реакции врагов? Инстинкт дает подсказки, инстинкт восстанавливается. Так, вот на сложной. Да, на сложной. Так, врага с улучшенной реакцией. Так, эксперт, это пипец. Сила инстинкта не восстанавливается со временем. И легенда, тут вообще никаких указаний, никаких подсказок, никакого интерфейса, только перекрестие прицела. Ну вот так-то, по идее, на легенде бы я сыграл. Ну, естественно, не с вами, потому что времени много должно уйти на это дело. Предыстория. Послушай. Давайте. Меня. Ты должна быть храброй. Сюда придет человек и заберет тебя. Я не смогу пойти с тобой. Так надо. Этот человек, атлет. Он другой. Он защитит тебя. Пожалуйста, не суди его за то, что он совершит. Он сам себе не улыбается, когда бреется. Вот такой вот он серьезный мужчина. Мне жаль. На легенде, по-моему, даже сохранялки, кстати, нету, если не ошибаюсь. Может, однажды ты все поймешь. В 47-й? Это Бенджамин Трэвис. Деньги переведены на ваш счет. Добро пожаловать в Чикаго. Я ценю, что вы взялись за это задание. Идти против своих нелегко, но предательство Дианы Бёрнвуд должно быть наказано. Я бы отрядил одну из команд, но эта работа не для молота, а для скальпеля. Детали роли не играют. Вот именно. Удачи, 47-й. Ну да, можно сказать,
Я своего рода хирург в этом деле. Я подъезжаю. Хорошо. Проникните в усадьбу, устраните Диану. А Викторию приведите к нам, невредимой. Не забывайте мою натуру маньяка. Да, это фургон с мороженым. Да, я знаю. Я от него избавлюсь. Эй, убирайся отсюда, нам ничего не надо. А вашему напарнику? Какому еще напарнику? Вот такому напарнику. Так, так как я маньяк, сразу говорю. Вали, буду налево-направо. Бах-бах-бах-бах! Вот так вот. Пули свистели над головой, как в мультике. В этом задании ключевые элементы игры будут подсвечены. Прежде всего, старайтесь убивать бесшумно и избегать обнаружения. Пора познакомиться с интерфейсом. Давай. В нижнем левом углу синяя полоска отображает ваше здоровье. Видим. Рядом с ней находится радар. Он показывает врагов, цели миссии и точки эвакуации. В правом нижнем углу показано ваше оружие и то, спрятано ли оно. Рядом с оружием видна желтая полоса. Открыть ноутбук и перечитать задание. Показываю. Так, если верить Бенджамину Трэвису, Диана Бёрнвуд совершила измену, забрав с собой ценный ресурс. Девушку по имени Виктория. Я должен устранить Диану и вернуть девушку. От себя. Диана спасла мне жизнь. Повод для ее устранения серьезный, но я не рад этому поручению. Впредь я буду упоминать ее как цель. Я не должен вовлекаться в это эмоционально. Ой, еще как вовлекешься, не беспокойся. Без этого никак. Ща силу вашего инстинкта. Когда инстинкт слабеет, вы не можете использовать особые навыки. Так, а я не понял, а как убрать оружие? Ну-ка, настройки. Так, настройки управления. Так, использовать. Подобрать, так. Тащить, ближний бой, живой щит, целиться. О, убрать. Все понятно. Надо не забывать просто. Подойдите к укрытию прямо перед вами. Многие найденные предметы можно использовать как оружие в ближнем бою или для отвлечения врагов. Бросьте гаечный ключ в ведра, чтобы отвлечь охранника. Вот так вот. Нет, я просто его придушил. Чтобы извлечь всю пользу из этой обучающей миссии, постарайтесь оставаться невидимым и убивать бесшумно. Вот сюда подтащим и вот так вот. Я говорю, тело не забывайте спрятано. Мои маньячьи натуры. В этом контейнере можно спрятать еще одно тело или укрыться самому. Не, меня пока же устраивает. Какая разница, гаечный ключ ты кидаешь? Когда вы в укрытии, врагам намного труднее вас заметить. Вот, кстати. Так, минутку, так, минуту. Так, начать с контрольной точки. Контрольные точки здесь, все, понял. Чистое убийство. Не забудьте спрятать тело. Тела, оставленные на видном месте, вызовут тревогу. Ну-ка, давай, 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 тащим. Блин, там еще какое-то тело. Бросим его. Давайте проверим удавку. На! Чистое убийство. Вообще. Не забудьте спрятать тело. Тела, оставленные на видном месте, вызовут тревогу. Подождите, а как же это? Я переодеться должен был? Нет? Ладно. Блин, а их там до хрена.
Так, ладно. Понятно. Все нормально. Контейнер переполнен. Здесь больше вас вот-вот заметят. Индикатор внимания показывает, в каком направлении находится угроза. Постарайтесь уйти незаметно. Куда это он пропал? Говорит четвертый. Кто-нибудь видел Фазова? Нигде его нет, конец связи. Вот так. Ничего, перезаряди. Блин, какой-то я слишком аккуратный, прям за собой убираю. Что за ерунда? Никогда такого не было, а тут опять. Ладно. Давайте посмотрим, что у нас выходит. Один, два, друг от друга далековато. Используйте укрытие, чтобы прятаться от выстрелов, или постарайтесь ускользнуть и спрятаться. Держи его. Держи. Ситуация под контролем. Приведите здесь все в порядок перед тем, как идти дальше. А, вот. Вы активировали контрольную точку. Если вы погибнете или решите начать сначала, вы начнете с этого места. Ничего страшного. Так, вот здесь вот нет ножа, нет случаев. Подождите и используйте инстинкт или взгляните на радар, чтобы найти. Используйте укрытие, чтобы прятаться от выстрелов, или постарайтесь ускользнуть и спрятаться. Так, ладно. Не настолько чисто, конечно, я сработал. Используйте инстинкт, чтобы предугадывать движение врагов. Подожди. Ну да, штука здесь просто. Этот охранник идет к ограждению. Он не дойдет до вас. Колющие и режущие предметы можно использовать как для смертельных бросков, так и для отвлечения внимания. Выберите цель. На. Так. Маскировка. Вы переоделись в охранника. Теперь вы можете свободно перемещаться за пределами усадьбы. Учтите, что другие охранники могут заподозрить вас, если вы подойдете слишком близко. Да. Но у нас есть хамелеон. Впереди видна оранжерея. Чтобы проникнуть туда незаметно, вам понадобится маскировка. При входе в оранжерею вы подойдете близко к охраннику. Он заподозрит вас, но вы можете обманить охранника. Так. Садовники впереди вас не заподозрят, но вам следует остерегаться охранников. Простите, я новый фрагмент. Вот только для охраны и для гостей мисс Бергвуд. Охранник заподозрил вас. Сила инстинкта на исходе. Справочное бюро. Я просто делаю, что велено. И тебе того же желаю. Иди вон, кусты. Отлично. Просто отлично. Я убью этих шутов-ремонтников. Вы разобрались с охранниками. Вы получаете очки инстинкта. Так. Фух, блин, аж сам пригнулся за каким-то хреном. Охранники заняты. Вы можете убить их или прокрасться мимо. Выбор за вами.
Я бы вообще не отказался от крыши над головой. А... Ваша маскировка. Так. Блин. Давай, скидываем их. Вон туда. Все. Так, а где тут контрольная точка? Хотя я мог бы и не убивать их, но я предупреждал. Минутку. Есть очень важное дело. Спишь? Нет. Там у меня слоняра просто спит. Так, ладно. Первая миссия. Я прошел через двор. Вхожу в усадьбу. Приближаюсь к цели. Хорошо. Проникните в усадьбу и устраните Диану Бёрнвуд. А Викторию приведите к нам, целой и невредимой. Она очень много значит для меня и для агентства. У меня нет рака простаты. Вы проникли в усадьбу. Ваша текущая маскировка вызовет подозрение у охраны. Найдите новую маскировку или избегайте обнаружения. Давай, тащи, 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 тащи его. Так. Вот так. В одежде охранника усадьбы вы можете войти в саму усадьбу. Учтите, что другие охранники усадьбы могут заподозрить вас, если вы подойдете слишком близко. Так. Чуть не попался. Тут, кстати, какие-то фишки, бонусы есть. Я в этом уверен. Итак, если не ошибаюсь, можно уничтожить. Находя и изымая улики против себя, вы зарабатываете очки рейтинга и повышаете силу инстинкта. Так. Когда вы пройдете в эту дверь, система рейтингов будет включена. Она будет следить за вашим стилем игры и вознаграждать за успех. Я всех перебить вы постараюсь. Вы можете следить за своим рейтингом в левом верхнем углу экрана. Как всегда, методы достижения цели зависят исключительно от вас. Удачи. Кажется, в гостиной сбор всей команды. Ну так погнали. Главный не любит повторять дважды. Так. Используйте инстинкт для поиска важных объектов. Телохранителей каждому клиенту с 6-часовыми сменами. И вы ни при каких условиях не будете оставлять никуда ни в течение своей смены. Любое нарушение протокола повлечет разрыв контракта и занесение в черный список. Можете не сомневаться, виновные больше никогда не получат работу в этом бизнесе. Все, свободны. А как мне это цель-то обозначить? Ты вчера к ней был приставлен, да? Ну-ка, настройки, клавиатура. Так, тащить тело, ближний бой, выбрать маскировку. Спишь, слоняра? Нет? Нет. Краса надеть, приблизить. Так, камеру отметить, цель. Все вроде нормально. Почему ты не отмечаешь?
Едва ли. Она вежливая, но какая-то замкнутая. Сидит и смотрит в пустоту. Кажется, что-то... А, мне так. Нельзя убивать их, вот в чем дело. Ваше оружие без глушителя. Оно потревожит врагов. Используйте свои сильвербойлеры с глушителями. Что-то я не понял. Как кинуть? Как сбросить оружие так? Я, твою ж мать. Подобрать укрытие, так, использовать. Так, подобрать. Живой щит, бежать, целиться, перезарядка, инстинкт, красться, брать оружие, надеть, снять глушитель. А чего он не бросает? Все понятно. Говорю тебе, я с кем я работал, да, она как бы. Так, ладно. Используйте, ваша маскировка разоблачена. Да я и не собирался скрываться. Враги будут искать охранника усадьбы. Чтобы снять с себя подозрения, убейте свидетелей. Найдено тело. Охрана насторожилась. Используйте укрытие, чтобы прятаться от выстрелов. Или постарайтесь ускользнуть и спрятаться. Да, сейчас. Остался-то один. И он может даже быть еще и не в курсе. Оглушите его или убейте. Выбор за вами. Оглушить. Вот так. В любом случае, в ближайшее время он вас не потревожит. Все. Не буду я тут сиськи мять. Вау, вау. Все. Идем наверх. Набрав достаточно очков, вы разблокируете технику убийства. Откройте ноутбук, чтобы взглянуть на свой текущий счет и технику, которую вы можете разблокировать. Техники убийства улучшат способности агента 47, как в компании. Есть. А где? А, во, активировать можно было. Так, не-не-не-не, ключ-карту я уже взял. А вон там что интересно знать. Ага, тоже вниз спускаться. Я говорю, сиськи мять не буду, я вот очень кровожадный человек в этом деле. Поэтому... Подхожу к цели. Отлично, 47-й. Запомните, Диана сама во всем виновата. Она предала нас, агентство, наш кодекс, все, за что мы боремся. Пошли вы нахрен со своим кодексом, со своим агентством. Оставлять живых. Думайте об этом. Мой курок. Нажимаю курок. Два раза, ага. Подожди.
было бы так легко, я даже заморачиваться бы не стал на один уровень. Ой, ой, ой. Макуньяшенька моя. Сорок седьмой. Что? Сорок седьмой, докладывайте. Я должен убить тебя. Зачем ты это сделала? 47-й! Черт, что случилось с этой штукой? У всех есть свои табу, даже у тебя, 47-й. У нас были принципы. Диана, я... Нет. Я должна была забрать ее у врачей. Я знала, что ты поймешь. Черт, здесь что-то не так. Один раз я разрушил уже организацию. Нет времени. Но есть шанс. В моем халате письмо. Беги. Вместе с девочкой. Пока Трэвис не догадался. Она не должна стать такой, как ты. Стать... Обещай мне. Я обещаю. Стать такой, как я. Ой, господи, не упаси боже. Бег вызывает много шума и может насторожить врагов. Что-то я не понял, они что, уже здесь, а? А, сейчас вот агент мне откроется 47 эта штука. Может убивать врагов быстрыми и точными выстрелами. Обратите внимание, выделяя цели, вы быстро тратите очки инстинкта. Поверните камеру, чтобы навестись на врага, затем захватите цель. Так, ну захватил. Что-то не пойму. И дальше что? Отметить цель. А, левый. Фатальный урон. Наводитесь на следующего врага. Фатальный урон. Все враги молчат. Вот так. Все понял как. Да не надо мне маскировка. Молодец, красавчик. Ты знаешь, кто я такой? Конечно. Я все знаю. Это упрощает задачу. Она мертва, да? Да. Пошли, держись рядом. Куда мы идем? Далеко, далеко. Поехали. Прекрасно, 47-й. Ведите девушку в точку эвакуации. Зачем ты нужна агентству? Я не знаю. Может, потому что я... Диана сделала это ради тебя. Зачем? Пожалуйста, она была моим другом. Она забрала меня от врачей.
Расскажи мне об этих врачах. Я не знаю. Все было как в тумане. Как дурной сон. Зачем? Это важно. Сэр, тут никого нет. Кажется, наш объект сбежал. Черт побери! Этого я и боялся! Брось на их дело всех агентов, слышишь, Сейд? Найдите мне этого 47-го, пока он не исчез! Ну вот, я прошел так... Далее. Что ж, на этом все. Первая миссия пройдена. Это самая легкая. Моя кровавая натура не дала мне избежать минусы обнаружения в минус. Лишнее убийство в минус. Блин, нейтрализация в минус. Твою ж мать, повар этот гребаный. Но тем не менее, 10 тысяч в очков я вышел. Ладно, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока! А сейчас давайте пока пройдем в главное меню.